День добрый. Многие видели у меня на канале ролики, где много рыбы. И говорили, что это платное озеро, поэтому здесь кабаны эти плавают. Так я вот вам хочу сказать, что это простой парк. Никакое оно не платное, никто тут ничего не охраняет. Вот он, туда идет озеро. Это, можно сказать, городской парк. Потому что вот последние дома города как раз выходят сюда. И здесь вот, видите, творится этот беспредел. Тихо, тихо. Рыбий беспредел. Самое классное, ух ты, гад, люблю кормить их вот таким печеньем. Они его сразу не могут схавать. Или не могли раньше, научились. Ну давай поближе вот сюда. Ах, совсем близко. На. Есть герой, кто подплывет, съест эту чудную печеньку? Ну давай, давай. А ну ладно, сюда тогда. Вот зараза. Боятся, боятся. В прошлом году они на берег выскакивали. В этом году что-то вот кипишуют. Гля, вообще поуплывали. Гля, на голову себе положила. Погнали, карп зеркальный. Да ну уточкам, припон, вон. Что-то они в этом году бояться начали. Может, их кто-то полавливает в тихорца. Уточкам, ну давай попробуем. Ля, какая уточка. Не гляй, побежала по воде, ничего себе. Ля, она прет с куском. Судя по всему, уточки здесь более холодные, чем рыбки. Ой. Ну давайте, приятного аппетита. Гля, гля, гады. Че не голодные? А может жарко? У нас сейчас жара такая. Вот он. О, кабаняки, гляньте. Один на одном. Держи. И еще уточку. Сейчас. Пошла до уточек. Гля, поперли, гля. Ухватила и текает. Ну, а вы налетаете, братва? У меня ж печенье не вечное. Скоро закончится, ловите. Вот они, погнали. Держи. Карп Зеркалович, пожалуйста, присоединяйтесь к пирушке. Выходи, выходи. Ах ты гад. Ноги помыли. Ну что, уточкам о, еще дать? Смотри, сколько их. Гляньте, сколько. Тю! Во, прут. Бля, схватили и текать. И что они, то поделят эту печушку? А у меня закончилась почти печенька уже, ребята. Просто слишком много. И что? Могу целлофан только начать кидать теперь. Тянь, никому не до сих пор вот эта гонка за печенькой.